Карлсона в комнате не было. Нигде. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон был лучший в мире строитель, на этот раз он просто ставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная-предлинная узкая башня, наверху которой лежала маленькая круглая мясная пустынка. Со мной дружить. Да. Жалко все-таки, что у меня нет щенка. Он бы никогда не поступил со мной так. Карлсон, который сам предложил малышу свою дружбу. Карлсон исчез. Удрал как раз в тот момент, когда ему нужно было познакомиться с мамой и папой малыша. Как сердился папа, как смеялись старший брат Босса и старшая сестра Беттон. А мама, она, конечно, добрая, хорошая, но разве ей могло понравиться, что ее тефтелями украшают башню из кубиков? Это была очень тяжелая минута для малыша. Вот уже 3 дня прошло с тех пор, как это случилось, а малыш все еще был очень расстроен. Ну, малыш, ты уже выучил уроки? Ну, конечно, выучил. А что вам задали сегодня? Да уж немало. Целый длиннющий алфавит. О, и ты его знаешь? Ну, конечно. Сперва идет А, потом все остальные буквы. Ну, хорошо. Я потом тебя спрошу, а сейчас можешь погулять. Не хочу. Почему же? Так. Что это значит? Я тебя не понимаю. Ну так. Я уйду, а вдруг он прилетит. Кто? Карлсон. Опять этот Карлсон. И когда ты оставишь эти глупые выдумки? Знаешь, малыш, я думаю, что тебе лучше побольше играть с Гунилой и Кристером. И поменьше думать о Карлсоне. А они вовсе не хотят со мной гулять. Разве? А посмотри-ка в окно. По-моему, тебя кто-то поджидает на улице. Ну-ка. А, Кристер, Гунила. Ну вот. Фух, он привел с тобой Асу. Папа, песик, а папа. Кристер, подожди, я сейчас к тебе прибегу. Здравствуй, Гунила. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Кристер. Ты привел с собой Аху, да? Почему же мне не погулять со своей собакой? Я думаю, на свете ничего нет лучше хорошей собаки. Можно мне ее погладить, а? Кристер, ну разочек. Один раз погладь. Ух ты, ух, Аха, ну, песик, ой. Ты ее уже не один раз, а 5 раз погладил. Кристо, фу, какой ты жадный. Ну что, а так и отвалится кусочек, если малыш еще разочек погладить? Не отвалится? А что же это за собака, если она будет каждому позволять себя гладить? Афа, ко мне. Ну, хорошо. Не нужно мне твоего Афа. Никого мне не нужно. У меня есть Карл. Карлсон, который живет на крыше. На крыше. На крыше никто никогда не живет. Да. Не живет. Не живет. Не живет. Не живет. Живет. Выдумывают. Ну, конечно, и Кристер, и Гунилла ему тоже не поверили. Малыш еще раз убедился, что он совершенно одинок, подставил Кристеру шишку и возвратился домой мрачный, как туча. Положи тебе цветную капусту, малыш. Нет. Лучше умереть, чем есть цветную капусту. Так воспитанные люди не говорят. А если ты хочешь быть воспитанным человеком? Нет. Я хочу быть таким, как ты.
Мама, что ты говоришь? Таким, как папа. Он ведь очень хороший. Я тебе очень благодарен. Но, может быть, ты все-таки будешь есть капусту? Нет, лучше умру. Ну, хорошо, пусть пьет чай. Я ему приготовлю бутерброды. Скажи-ка мне, малыш, тебе не будет скучно, если ты останешься вечером с Боссой и Бетти? Мы с папой собираемся в кино. Ну, что ты, мам? Зачем мне скучать? Только ты отвернись на минуточку, мам. Почему? Ну, ты говоришь, что не можешь видеть, как я грызу сахара, а я хочу взять кусок. Ну, хорошо, хорошо. А теперь до свидания. Ложись спать ровно в 8. Когда мы вернемся, я приду сказать тебе спокойной ночи. Ладно. Ты уже совсем уходишь? Да. А почему ты спрашиваешь? Я бы хотела взять еще кусок сахара. Ну, только один. До свидания. До свидания. А? Они ушли? Ушли. Ну, конечно. Люди идут в кино, а я должна сидеть дома, да еще мыть посуду. Сахарница пуста. Интересно, что скажет на это мама? Ничего, если ты не будешь жаловаться. Ну, хорошо. Я не буду жаловаться. Но с одним условием. Малыш, слушай. Оставайся с Боссой. Мне хочется немножко погулять. Такой славный вечер. Пожалуйста. Очень хорошо. До свидания. Беги, беги. Ну, гораздо лучше, когда мужчины остаются одни. От женщин только лишний шум. Малыш, Беттон ушла? Беттон бегом побежала. Так. Вот что, малыш, ну, поди сюда. Давай мы поговорим с тобой. Я слушаю. Как мужчина с мужчиной. Ну, конечно. Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось посидеть вечерок дома одному, а? Как? Совсем-совсем одному? Да, совсем одному. Ты понимаешь, сегодня финальный матч. Невозможно пропустить его. Ну да. А мне нельзя пойти с тобой? Неудобно. Понимаешь, у меня товарищи. А... Но ты не вешай нос. Нет, нет, не вешай. Да, малыш, вот хочешь заработать 25 €? 25 € это же слишком мало, сейчас ведь такая дороговизна. Вот, например, как ты думаешь, сколько стоит 50-евровый стаканчик мороженого? 50-евровый? Я думаю, ровно 50 €. Вот именно. Так что оставляй себе свои 25 €. Я могу посидеть дома один и бесплатно. Ну, ай да малыш, лапу, лапу, да. Давай лапу. Я всегда говорил, что ты молодец. Вырастешь, так и быть, буду с тобой дружить. Он будет дружить со мной, когда я вырасту. А с кем мне дружить сейчас? И даже с щенками. Вот так малыш остался дома один, и при том совершенно бесплатно. Сперва малыш с грустью думал о щенке, которого у него никогда, конечно, не будет. Потом посмотрел на улицу. Там возились несколько больших мальчишек. Пока они дрались, малыш с интересом следил за ними, но, к сожалению, драка быстро кончилась, и малышу опять стало грустно. Так грустно, что даже глаза начали слепаться. Малыш
конечно, вспомнил о Карлсоне. Этот толстенький и веселый человечек так потешно махал своей маленькой рукой и приговаривал: «Неприятности пустяки, дело житейское. Спокойствие, только спокойствие». Малышу стало еще грустнее. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Откуда ты это взял? Что? Я не понимаю. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Да ведь ты исчез, и как раз тогда, когда тебе надо было познакомиться с моей мамой и папой. Почему ты удрал? Что такое? Нет, я в жизни не слыхал ничего подобного. Может быть, я уже не имею права взглянуть, что делается у меня дома? А? А? Хозяин обязан следить за своим домом. А как же иначе? А чем я виноват, что твои мама и папа собрались познакомиться со мной как раз в тот момент, когда я должен был заняться своим делом? А? Молчишь? Ну, то-то. Ну что ж, тебе все еще не купили новой паровой машины? Нет. Угу. И никакой другой игрушки тоже не купили? Нет, и собаки не купили. А разве тебе нужна собака? Пожалуйста, я могу тебе предложить одну. У меня наверху их тысячи. Лучший в мире собаковод — это я. Ой, Карлсон, милая, нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется посмотреть на твой дом, посмотреть на твоих собак. Ну что ж, пожалуйста, хоть сейчас летим. А я не умею. А это пустяки. Дело житейское. Я тебя посажу на спину. Раз, два, три и полетим. А ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной? А это неизвестно. Там видно будет. Лишь бы только мотор не отказал. А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадем. Безусловно, упадем. Но это пустяки. Дело житейское. Ну как, летим? Летим, все равно. Только подожди, я сейчас напишу записку маме, чтобы она не беспокоилась. Сейчас. Вот. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше. Вот. А ты знаешь, ведь у мамы нервы. Ну, готов. А теперь нажимаем кнопку у меня на животе. Ну вот, слышишь, мотор гудит. Подожди, сейчас. Прыгай скорее мне на плечи. Вот так. Летим. И можете себе представить, они действительно вылетели из окна и набрали высоту. Мотор тарахтел так ровно и надежно, что малыш ни капельки не боялся. Сделав небольшой круг, Карлсон приземлился на крышу. Малышу никогда не случалось бывать на крыше, но он не раз видел, как какой-то мужчина, привязав себя веревкой к трубе, счищал с крыши снег. Малыш всегда завидовал ему, а теперь внутри у него что-то сжималось, когда он переходил от одной трубы к другой. И вдруг за одной из них он действительно увидел домик. Очень симпатичный домик с зелеными ставеньками и маленьким крылечком. К домику была прибита дощечка,
чтобы все знали, кто в нем живет. Карлсон, который живет на крыше. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Начинало смеркаться, и все вокруг действительно выглядело очень красиво. Небо было таким синим, каким бывает только весной. Дома, как всегда в сумерках, казались какими-то таинственными. Внизу зеленел парк, в котором часто играл малыш, а от высоких тополей, растущих во дворе, поднимался чудесный острый запах листвы. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они бы давно перестали ходить по улицам. Что это? Кто-то плачет. Спокойствие. Главное, спокойствие. Может быть, это одна из моих собак? Идем скорее, только бы нам не сорваться. Вставай на четвереньки. Вот так. И поползем вдоль карниза. Скорей. Скорей, скорей. Вон к тому окну в мансарду. Это там кто-то плачет. Ну, дополз. Смотри в окно. Ребенок. Бедная малютка, как она плачет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ясное дело, заброшенный младенец. Вот что, лезь в окно, малыш. Сейчас. А ведь это чужая комната. Ну и что ж, чужая комната. А лучше будет, если ребенок будет плакать один. Лезь, говорю тебе. Спокойствие, малютка, спокойствие. Спокойствие. Идет Карлсон, лучшая в мире нянька. А если придут ее родители? Ну и пусть приходят. Нечего им бегать неизвестно где, когда малютка одна. Ну вот. Теперь смотри, сейчас она перестанет плакать. Ну? Плюти, 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 плюти. Ага. Вот, видишь, это волшебные слова. Их всегда говорят грудным детям, чтобы они перестали плакать. Вот так. Плюти, 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 плюти. Что такое? Плюти, 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 плюти. Ты слышишь, малютка? Я ведь тебе говорю. Плюти, 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 плюти. Не тряси ее так. Она боится. Дай-ка я лучше возьму ее на руки. Не плачь, не плачь, маленькая. Смотри-ка, Карлсон, а заловит мой палец. Она, кажется, хочет есть. Не страшно. Здесь на столе есть колбаса и картошка. Вот. Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком. Ты так считаешь? Что ж, я могу слетать за коровой. Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко. Спокойствие. Главное спокойствие. Я вспомнил, где можно достать молока. Ну-ка, нажми мне кнопку на животе, малыш. Сейчас. Вот так. Привет. Я скоро вернусь. Только поскорее. Она ужасно голодная. Не плачь, не плачь, маленькая. Эх, сколько раз я просил маму и папу, чтобы мне подарили маленькую девочку, если уж не хотят дарить собаку. Вот у Кристера есть Афа и Гунила, а у меня? У меня нет никого. Thank you.
Вот, малыш, вот тебе бутылочка с соской. Здорово, а? Где ты ее достал? На одном балконе. Там их сколько угодно. Ты ее просто стащил? То есть как это стащил? Я ее просто взял взаймы. Да, но... А это пустяки, дело житейское. Ты можешь завтра заплатить. У тебя ведь есть деньги в копилке. Я их коплю на собаку. Ну что ж, пожалуйста, я могу унести молоко обратно. Нет, нет, нет. Надо накормить девочку. А за молоко я заплачу завтра. Ну вот она теперь наелась и будет спать. Ну, пойдем, Карлсон. Подожди минутку. Знаешь что? Давай сперва мы напроказничаем. Ну-ка, маленькая, держи, пожалуйста, вот этот кусок колбасы. Вот так. Зачем ты это делаешь? Нужно. Ребенка, который сам ходит и берет со стола колбасу, родители не решатся больше оставлять одного. Кто может предвидеть, что малютка захочет взять в другой раз? Может быть, папин воскресный галстук? Или мамину губную помаду? Ой, ой, сюда идут. И скорее в окно, Карлсон. Спокойствие, главное спокойствие. Успеем. Ой, мы пропали. Ничего подобного. Мы уже на крыше. Карлсон, подожди меня. Прыгай. Прыгай на соседнюю крышу. Ну. А, ой, ой, я падаю, падаю. Дело житейское, а ты держись за желоб. Вот так, теперь давай руку. Давай руку. Вот так. Ну, все в порядке. А интересно, падать, правда? Ой, нет, страшно. Не хочу я больше ходить по крышам. Я хочу домой, к маме. Постой. Что такое, что за шум там, на улице? А? Ой, смотри, Карлсон. Там папа, мама, Босс и Бэби. Карлсон, а почему они все смотрят наверх? Как ты думаешь, а может быть, они ищут тебя, а? Ищут меня. Я же ведь ему оставил записку. Знаешь что? Пожалуй, мне пора ложиться спать. Я больше не играю. Привет, малыш. Я домой. Как? Ты уже уходишь? Пора, пора. Только смотри, не рассказывай никому, что я живу в домике за трубой. А то они будут вечно посылать за мной. Ведь я же лучший в мире трубочист. Ну, привет, малыш. Привет. До свидания. Должен вам сказать, что и папа, и мама, и Босса, и Беттон очень рассердились на малыша. Шутка ли забраться на крышу?